Вот здесь сделать вот так примыкание, вот на этом участке, например, пробить под прямым углом. И поехали, выезжаем сюда. Эстакадой для выезда из Трехгорки жители Одинцово уже активно пользуются. Однако вопросы по ее проектированию все еще остаются. Чтобы ответить всем, администрация округа организовала совместное совещание. Одна из актуальных проблем – близость дороги к жилым зданиям. Протокольно закрепляем. Остается подперспективный выезд из микрорайона, который администрация на себя берет в дальнейшем выезд, не прямой выезд из домов, а спрямляет его до под углом 45 градусов. Как вы и просите? Цель встречи, которая, скорее всего, не будет последней, выслушать и учесть пожелания жителей. Ведь пользоваться дорогой будут именно они. Поэтому совместная работа над созданием комфортных условий для проезда – первостепенная задача, подчеркнул Михаил Пайсов. Эмилия Аркелян, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».